Я веду свою трансляцию из города Петрозаводска, и за моей спиной Онежское озеро. Двигаясь сегодня по городу Петрозаводску, я вдруг понял, что страх путешествий медленно, но верно убирается из нашей жизни. И даже если вы боитесь отправиться в путешествие, вы можете смело отправляться в другой город. Почему? Потому что теперь в каждом городе есть те пространства, те площадки, которые нам знакомы. Это какие-то магазины, какие-то банки, какие-то торговые центры с одинаковыми названиями, с одинаковыми вывесками. И попадая в другой город, ты кажется, что ты никуда не уезжал. И это дает тебе возможность перестать бояться. А уже дальше, уходя от этих новых табличек, изучать новое пространство, новые таблички, новые музеи, встречаться и общаться с новыми людьми. И узнавать много-много нового. Так что, если вам еще кажется, что вы боитесь путешествовать, отправьтесь в ближайший соседний к вам город, посмотрите, как он похож на ваш город, и вы поймете, что путешествовать – это очень просто, легко, очень увлекательно и интересно.